Service required. Снимаю еще видео, чтобы пояснить. Если она у вас выскакивает, хотел сказать, у тебя, не пугайтесь. Имея в виду, если машина, автомобиль при этом не глохнет, не останавливается и гашетка реагирует на ваше движение, это говорит о том, что она сработала на топливо. Говорю из своего опыта, так как ранее она у меня выскакивала, я сразу же пугался, там летел на диагностику, так как не имею своего прибора, что подтестить. Вот. И сейчас по наблюдениям она и 95% из 100, когда выскакивала там на топливо. В одном из случаев был автомобиль заглох, начал дергаться, и я остановился, переждал, завел и поехал дальше. И когда она выскакивает, что я хотел сказать, она может висеть у вас на табло, здесь на приборном табло, и час, и два, и три, и денек может отвисеть, пока исчезнет. Это говорит о том, что был сбой. Обращу внимание, что отслеживайте, когда заправляетесь. Я заметил, что после слива топлива вот был, поймал одну из 5-6 таких ошибок. Счастливо всем. Спасибо, что смотрите, что вам полезен. Ставьте лайки. Все, пока.